Здравствуйте, товарищи рыболовы. В сегодняшнем видеообзоре пойдет речь об одной интересной приманке от компании Strike Pro. Я думаю, с продукцией Strike Pro знаком каждый рыболов в той или иной степени. Их продукция славится высокой уловистостью и качеством и низкой ценой. И в их ассортименте присутствует довольно-таки большое количество разнообразных приманок, хоть для классического спиннинга и даже для ловли на более серьезную снасть, как на джерковую. И в данном случае хочу представить вашему вниманию такой вот воблер. Он носит название Джонни Воблер. Его длина составляет 130 мм. Весит он 53 грамма. Заявленное заглубление до полутора метров. Данная приманка была разработана шведским рыболовом Джоном Тхофельдом и выпускается совместно с компанией Strike Pro. Данная приманка имеет вытянутую форму тела, как у классических воблеров класса Мино, но достаточно объемная и упитанная. То есть он немного широкотелый и имеет достаточно большую толщину. Приманка оснащается сравнительно небольшой для данного размера лопастью из очень толстого и прочного материала. И также у приманки имеется два очень острых и качественных тройника Овнер. Размер крючков 1/0. Очень мощные и большие крючки, что говорит, соответственно, что данная приманка рассчитана в первую очередь для ловли крупной трофейной рыбы. Но поскольку приманка и была разработана шведским рыболовом и предназначена в первую очередь для ловли крупной щуки. Данная приманка прекрасно подходит под разнообразные виды анимаций и проводок. Даже на банальной равномерной проводке данный воблер ведет себя достаточно интересно. У него есть очень активная игра. Он очень активно покачивает всем корпусом вправо-влево с небольшими доворотами корпуса. На рывковой проводке воблер уходит в стороны и покачивает боками. Соответственно, достаточно быстро всплывает. Также хотелось отметить то, что приманка очень качественно покрашена. То есть, как видите, в данном цвете большое количество блесток и вся краска вскрыта очень толстым слоем лака, что не позволит даже щучьим зубам очень быстро его обглодать. И он сохранит свой такой первозданный вид достаточно долго. Вот, кстати, воблеры Strike Pro, даже по сравнению с более именитыми японскими производителями, красятся очень качественно. И, в принципе, во всех цветах сохраняет лакокрасочное покрытие достаточно долго. Краска не сходит хлопьями. Максимум, что появляется, либо небольшие царапины, либо такие проколы в краске. Но это, в принципе, очень легко лечится бесцветным лаком. Так что воблер очень интересный, уловистый. Могу смело рекомендовать к приобретению. И, соответственно, под данный воблер нужна соответствующая мощная снасть. Не стоит об этом забывать, поскольку весит он целых 53 грамма. Достаточно тяжелый. Выпускается в одном размере. Ссылка на данный товар будет в описании. Можете переходить и приобретать на сайте интернет-магазина F-Magazine. Ссылочка будет в описании, как я уже сказал.
Также магазин предоставил промокод, по которому вы можете получить скидку на товар более чем на 100 различных брендов. Скидка на разные бренды разная, вплоть до 20%. Так что пользуйтесь и покупайте интересные снасти по сравнительно высокой цене. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.